А на Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. В местном агентстве ПУЧЕ заявили, что его активность не представляет угрозы населению. Тем не менее, специалисты повысили уровень опасности для полетов в районе островов с оранжевого на красный. Отмечу, гавайский вулкан является одним из самых активных в мире. В 2019 году его извержение привело к разрушению сотен домов и гибели 82 человек.